молодежный парламент в нашем муниципальном образовании состоялись 29 ноября 2018 года. По их итогам было избрано 15 представителей молодежи, которые в дальнейшем будут получать необходимые умения и навыки для ведения парламентской и законопроектной деятельности. Ну а также будут представлять интересы молодежи в Московском областном парламенте при Московской областной думе. Есть предложение открыть первое заседание молодежного парламента. Первое, с чего начали работу избранные молодежью города новые члены парламента, это выборы. На пост председателя парламента претендовали два кандидата. Я Кочеткова Виктория Антоновна, учитель русского языка и литературы МОУ лицей, предлагаю свою кандидатуру на пост председателя молодежного парламента. Я Романова Мария Сергеевна, студентка Государственного гуманитарно-технологического университета, предлагаю свою кандидатуру на пост председателя молодежного парламента. Выборы проходили путем тайного голосования, и большинством голосов председателем молодежного парламента была выбрана учитель лицея Виктория Кочеткова. Цели и задачи молодежного парламента – развитие молодежного движения в городе, применение инновационных подходов для реализации молодежных инициатив, внедрение в практику гражданских инициатив неравнодушных молодых жителей города. Надеемся на плодотворную работу. У нас с вами есть критерии оценки эффективности, о которых мы вам чуть попозже расскажем. Это взаимодействие будет с советом депутатов. Поздравляю. Спасибо. Будет сложно, тяжело. У нас есть KPI, по которому вам дальше расскажем. Самое главное – это представлять интересы молодежи. Вот. Это наша основная задача. Настройтесь именно на нее. Это уже не первый молодежный парламент, работающий при Совете депутатов. И хотелось, чтобы работа, которую предстоит делать ребятам, была плодотворной и значимой для города и его жителей. Хотел бы всем пожелать плодотворной работы. Дай Бог, чтобы этот парламент был более живой, чем все предыдущие. И уверен, что так оно действительно и будет. Да? Потому что сейчас... Андрей Юрьевич, очень большое спасибо, что приехали. Насколько я знаю, у вас действительно будет много задач и рейтинг определенный, да, то есть вам действительно придется трудиться. Всяческая помощь от нашего совета, от меня лично, я думаю, всегда будет наиболее полной. Хотел бы что еще всем сказать. Вот обратите внимание, да, у нас один из самых молодых глав Подмосковья. У нас молодой губернатор. Самый молодой депутат вас курирует, который, да, вы все молодые, ну, вперед, дерзайте, меняйте жизнь к лучшему, если каждый вокруг себя мы будем менять, мы изменим, соответственно, наш город, нашу область, нашу страну. Всем удачи. Также на заседании были избраны заместитель председателя, им стал Илья Камбин. Секретарем выбрали учащуюся школы номер 14 Ольгу Брыкину, а руководителем пресс-службы стал Дмитрий Трунов.